Ирина Николаевна, у нас отобрались две девочки на олимпийские юниорские игры. Вот расскажите, кто именно, какой запасной состав? У нас основные претенденты, ну, участники, не то, что претенденты, а уже определенные участники, это до 63-х Петрова Анастасия и свыше 63-х Черпакова. Ну, в общем, как бы девчонки заслужили эти места совершенно добросовестно. В общем, можно сказать, что Щербакова вообще у нас, для нас, для всех, как бы заработала это участие, потому что ее четвертое место на первенстве мира, когда вот она зарабатывала наши квоты, и она как будто решающим таким был аргументом в нашу пользу, потому что по всем видам спорта отобралось 112 участников Олимпиады, а могут принимать участие только 70, то есть, соответственно, 42 человека, а из отобравшихся мы могли как-то отсеять, там, учитывая и рейтинги, и мировые, и все такое прочее. Ну, вот. Поэтому Черпакова и в отборе в квалификационном как бы выступила, и в дальнейшем, ну, единственное, конечно, очень там плохо ее травма такая преследовала, небольшая. Какая, если можно? Да, она перенесла операцию на мениск, ну, как бы, что как поразительно, очень быстро она и восстановилась, и реабилитировалась, и спортивный результат быстренько, в общем, не то что вернула на место, но серьезно подросла. То есть даже, если, например, сравнить, для тех, кто понимает, 87-108 она продемонстрировала на чемпионате мира, а сейчас она уже имеет результаты 106. Да, прогресс ощутимый. Да, просто на порядке выше, чем было буквально в прошлом году. Вот, и то же самое Насте могу сказать. Серьезно подрос результат. Ну, главное, как бы. Настя Петровой, да? Да, Настя второй. Да. Вот. Девчонки наши запасные, кто как бы поддерживают нас вниз. Нам прикрывают надежно, потому что все-таки еще 11-10 дней даже осталось, и всякое может быть, не дай бог, конечно. Будем надеяться, что все будут живы-здоровы, никто не травмируется. Мы тоже запасные, вот Козлова, Александра и Овчинникова, надежда в прекрасной форме, находится тоже хороший результат. А вот они отбирались вторым составом по какому принципу? То есть, ну, не по принципу, а вот у них результаты... И критерии, да, были? Не-не, результаты такие же, как... Результаты такие же, вот сейчас вот они буквально вот все нос в нос идут. Ага. То есть жестко внутри сборной идет, да, борьба, да. Еще. Ну, как бы единственный такой фактор, который вкус выбранных спортсменов, это все-таки умение выступать, реализовывать. Потому что одно дело показывать рекорды в зале, совсем другое – это реализовывать их на соревнованиях. То есть бойцовские качества, такая волевая составляющая во время соревнований, как бы это решающий аргумент в пользу вот выбранных спортсменов. То есть вы долго наблюдали за всеми? Да, я уже в течение 2 лет вот очень так пристально наблюдал за девочками, как они выступают, насколько подходов, насколько есть мотивация, воля лечь костьми, там, бороться до конца. То есть вот это как бы очень хорошо девчонки проявляют, и Настя, и вот Светлана. Поэтому... И все они, все четверо в хорошей спортивной форме, никто все, не отстает, все, да? Все в прекрасной спортивной форме. Даже могу сказать, что запасные даже сейчас как-то и пободрее выглядят. Ага. Может быть, это сказывает то, что как бы меньше, может быть, ответственности. Ну да, да, да. Что-то. Меньше нервотрепки, они расслаблены, да, немножко. Да, возможно, так. А что предшествовало этому? Какая-то многомесячная, многолетняя какая-то подготовка именно этих спортсменов? Или вы просто на основании последних, допустим, стартов просто взяли и выбрали? Ну, естественно... Или вы как-то отбираете и вот ведете их от месяца к месяцу? Нет, они просто каждая на своем уровне, на своих, соответствует на своему возрасту, выступает на всех соревнованиях, там, по Олимпиаде, первенство России. То есть их не нужно как бы для этого подталкивать, это, в общем-то, профессия, они же все профессионалы практически. В общем, они выступают, это все от этапа к этапу. Уровень растет, они сами все-таки как бы, возраст-то такой юный, они же и растут, и физически, как бы, и психически они как бы крепчают. Ну, в общем, как бы естественный такой процесс идет. Тут не нужно, что как взрослому вот, я готовлюсь к чему-то, вот, я там не готовлюсь. Освобождают, да, от соревнований. Да, да, они везде выступают, готовятся, регулярно тренируются, как бы оно все идет своим чередом. А анализы не проводили среди спортсменов, которые... конкурентки, которые будут за первое место, за призерство? Других стран?
да, бороться. Как бы проанализировать очень сложно. Но... Китаянки там. Итальянки. Ну, вообще, какие вот у нас шансы там? Ну, у нас шансы попасть. Призы попасть хорошо. Да, конечно, без этого как бы мы, в общем-то, нас туда никто бы и не повез, если бы у нас не было шанса бороться за медали. Уровень результатов, он как бы примерно, это Олимпиаде, Олимпиаде, он, в общем-то, ну, один и тот же результат. Он очень высокий, но он как бы и не растет. То есть, и наши девчонки вот, суммы имеют. Первыми могут стать? И могут быть и первым, все зависит от соперника. Это же тоже как бы все. Ну да, соревнования это понятно. Кто-то да. за Баранин, кто-то с дрейфил, кто-то. Ну, я имею в виду по показателям последних стартов. Да. Ну, международных. Дело в том, что еще, понимаете, если даже все готовы там нос в нос идут, а решающее может быть место твое определиться одним килограммом, а одно ну, собственным да, местом. Да, даже случаем. Что-то там, планировать, что прогнозировать это самое бесполезное дело. Разрыв между там первым и четвертым местом может оказаться в один килограмм. Так что. Ну, спасибо.